В исправительной колонии номер 4 города Кинешма наказание отбывают 900 повторно осужденных мужчин. 400 из них трудоустроены на различных производственных участках. Это единственное исправительное учреждение в регионе, которое производит 80 видов наименований различной продукции ежемесячно и сбывают ее на общую сумму 65 миллионов рублей в год. Ежедневно работа кипит в столярном цехе. На каждого осужденного своя норма выработки. Простое здесь не терпит. Чем больше сделают, тем больше получат в день зарплаты. Заказы не переводятся. Заказчики ценят продукцию, сделанную в зоне, за тщательный контроль качества. В этом швейном цехе трудится 39 человек. Работают слаженно. Виктор – бригадир. Следит, чтобы каждый выполнял свою норму четко. Иначе конвейер встанет. В мою задачу входит только запускать конвейер. То есть получать, ну, то есть края проверять, симметрию деталей всех, чтобы был покрой правильный. То есть и следить за процессом, чтобы был своевременный выпуск, не было брака. Ну и, соответственно, чтобы все осужденные максимально были задействованы в течение всего рабочего дня. Сейчас бригада выполняет большой заказ на пошив спецодежды. Основная сложность в светоотражающих элементах. Их нужно пришить по несколько штук на одну модель. Виктор рассказывает, если норму сделает, зарплата в месяц будет около 15 тысяч рублей. Львиная часть проданной колонии продукции – это швейные изделия и мебель. От них наибольшая прибыль. Сотрудники с гордостью рассказывают, что на сделанных в зоне креслах сидят столичные театралы. Такие установлены в ведущих концертных, камерных и актовых залах. Театральные кресла, порядка там 20 моделей у нас различных. Участвуем в аукционах, поставляем в театры, в актовые залы какие-либо. Это, как бы, это уже здесь вид производства как порядка 10 лет. И изготавливаем на всю Россию. Ну а фишка четвертой колонии – производство такой сувенирной продукции. Нарды и шахматы ручной работы с удовольствием раскупают ценители эксклюзива за небольшие деньги. Идеи осужденные находят сами же воплощают и обучаются друг у друга. Эти навыки в местном техникуме не получить. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Кинешма.